Тюрбан назвали его фантазия. От того, что можно пофантазировать с цветом в тонах, можно взять розовый, пыльную розу, голубой. Все эти сочетания будут интересные и к месту. А можно взять более яркого цвета, например, ярко-розовый с салатовым. Либо взять ярко-зеленый. Придумать интересное сочетание несложно. С удовольствием осуществим вашу мечту или там желание. Вот. И пофантазируем.